Добрый день, мои друзья! Сегодня новое стихотворение про друзей Петю и Вову. Но сегодня стихотворение про Петю. «Петя мечтает» называется это стихотворение. «Если бы мыло приходило по утрам ко мне в кровать и само бы меня мыло, хорошо бы это было, если б, скажем, не волшебник, подарил такой учебник, чтобы он бы сам бы мог отвечать любой урок. Если б ручку мне в придачу, чтоб могла решать задачу, написать диктант любой, все сама, сама собой. Если б книжки и тетради научились быть в порядке, знали все свои места, вот была бы красота, вот бы жизнь тогда настала. Знай, гуляй да отдыхай, тут и мама перестала говорить, что я лентяй». Вот какой фантазер у нас Петя лежит в кресле и мечтает о волшебнике, о том, что все вокруг будут, все предметы будут сами все делать, ручка сама записывать в тетради, учебники сами отвечать за него, мыло само его мыть, а книжки и тетрадки сами вставать на полочку и ложиться по местам. Такие чудеса, но таких чудес не бывает. Подписывайтесь на канал и ставьте большой палец. Всего вам доброго. До свидания.